Итак, давайте теперь посмотрим на примеры того, как могут выглядеть графы, интегрированные в систему ClickSense. Какими свойствами, возможностями и характеристиками они обладают? Первый вариант графа – это сетевой граф, так называемый Network Graph. Выглядит он в традиционном понимании самого термина граф, то есть состоит из вершин и связи между ними. В качестве набора данных для приложения ClickSense в модель были загружены проводки между банковскими счетами, а именно транзакции переводов денежных средств от клиента к клиенту, от клиента к банку и между различными счетами одного и того же клиента. Соответственно, на диаграмме графа в виде вершин отображаются клиенты и банки, а в виде ребер направленные денежные потоки. Поскольку объект полностью интегрирован в систему Click, то он обладает и основными свойствами, которыми обладают объекты платформы. В частности, если мы осуществим выборку значений в фильтрах или смежных областях, то наш граф перестраивается с учетом осуществленной выборки. Давайте для наглядности еще уберем переводы внутри клиентов по их различным счетам. Данный граф имеет два режима работы. Первый режим называется Single Node Selections. При данном режиме, в случае осуществления выбора одной из вершин графа, отображается только выбранная вершина и ее связи первого уровня. Режим применяется, когда мы хотим поочередно исследовать составляющие графа, чтобы концентрироваться только на ближайших связях. Если мы выбираем соседнюю вершину, то весь фокус смещается на нее. Второй режим называется Node Chain. При данном режиме, в случае выбора какой-либо из вершин графа, она вместе со своими связями отображается в дополнение к выбранным ранее вершинам. Этот вид анализа применяется, когда мы хотим последовательно исследовать цепочку связей, двигаясь планомерно от одной вершины к другой. В качестве настроек графа при формировании его отображения, помимо базовых, доступны следующие опции: ширина ребер. Как правило, она настраивается для отображения пропорций одного из показателей, например, количество или объем транзакций. Подписи к вершинам и ребрам также настраиваются в виде формульного выражения значения. Цветовая палитра настраивается для применения в тех случаях, когда она является информативной. Как, например, у графа, который сейчас отображается на экране, желтым цветом выделены сторонние банки. Напомню, что в демонстрируемом примере загружены транзакции одного конкретного банка. Так вот, желтым цветом отображаются прочие банки и анализируются платежи клиентов исследуемого банка по отношению к клиентам сторонних банков. Следующий вид графа – это Grid граф. Он отображает все доступные вершины и связи первого уровня в виде звезды. Используется, когда отсутствует необходимость анализа сложных взаимосвязей, но есть потребность в детальном анализе связей первого уровня. Данное отображение позволяет наглядно оценить по каждому узлу, сколько у него связей, какие они, какого объема. Если на большом графе эта информация не очевидна, здесь же информация представлена наглядно, что позволяет быстро сконцентрироваться на наиболее выделяющихся объектах. Еще один вид графа – это Directed Data Graph, что означает направленный граф. Используется, когда есть определенный процесс с характерным движением из одной точки в другую.
По своей идеологии он напоминает диаграмму типа Sankey Chart. Используется для отображения потока от одного набора значений к другому. Например, движение денежных средств, распределение бюджета или затрат, потоки, трафик, иллюстрация бизнес-процессов и так далее. Движение разделено на несколько ключевых уровней, и мы можем для каждого узла определить уровень, на котором он находится. В результате все узлы распределяются по своим уровням, начиная с первого и заканчивая последним. Количество подобных уровней ограничивается логикой того бизнес-процесса, который визуализируется с помощью графа. При этом связи отображаются как есть, в том плане, что они могут быть в рамках одного уровня, могут пропускать уровни и вести сразу к следующим, могут они отображаться и в обратном направлении, если данная логика допускается в рассматриваемом процессе. В демонстрируемом примере визуализированы этапы прохождения данных от систем источников до финальных приложений Click, которые доступны конечным пользователям. Данные трансформируются в три этапа при помощи механизмов хранения в формате QVD. По итогам формирования подобного графа мы получаем наглядную картину потоков данных и в любой момент времени можем оперативно узнать, какие именно данные задействованы на разных этапах создания аналитики в BI. Например, выбрав конечное приложение Sales, мы видим три набора данных, анализируемых в нем. Это плановые значения, это значение фактического товарооборота и набор справочных данных. Справочные данные подтягиваются в приложение сразу со второго уровня. Из особенностей реализации можно выделить опцию выбора меры, отображаемой на ребрах графа. Реализована данная функциональность посредством штатного функционала работы с переменными. И при выборе одной из опций на графе отображаются значения либо среднедневного количества строк, участвующих в процессе, либо среднедневной объем проходимых через узлы данных, измеряемых в мегабайтах. При формировании данного графа, аналогично работе с предыдущими, можно настраивать цветовую палитру, шрифты, формат отображения, начиная с иконок и заканчивая типами объектов, такими как ромбы, точки, круги, как показано на демонстрируемом примере. Здесь отображается тот же самый граф, но с цветовым выделением уровней по их типу. Источники, свои данные QVD и конечные приложения.